Акция «Час пассажира» проводится ежеквартально уже на протяжении многих лет. Сотрудники ведомств подчеркивают, что это мероприятие создано для того, чтобы наладить диалог с пассажирами, поскольку не все люди обладают временем обратиться в те или иные структуры со своими большими и маленькими проблемами. Вопросы в основном возникают по работе железнодорожного транспорта, по объективности, правильности действий работников железнодорожного транспорта, сотрудников полиции и вопросы, связанные с проездами в электропоездах и в поездах дальнего следования. Вот для самих ваших структур, насколько такая взаимосвязь важна? Связь, она, безусловно, важна. Так, например, обращаясь люди в электропоездах, когда сотрудники полиции не всегда видят, не всегда, может быть, правильно реагируют на те или иные ситуации, которые складываются там и с курением в электропоездах, и с проездом нетрезвых пассажиров. Тем самым они дают нам возможность увидеть свои недостатки, свои пробелы и попытаться реализовать все вот эти свои недостатки в нужном направлении. Работа сотрудников полиции на железной дороге направлена на предотвращение преступлений, ведь их намного проще предотвратить, чем в дальнейшем раскрывать. Полиция достаточно хорошо работает, возможно, поэтому в этот раз граждан волновали другие вопросы. Можно выложить свое мнение, что ты хочешь спросить. Вот я спросил, я езжу на дачу, мне неудобно, что вокзал на ремонте и далеко кассы отнесены. Все обеспечивающие железнодорожные структуры станции в Сасово вынесены за территорию вокзала на расстоянии примерно 400 метров. Это билетные кассы, залы ожидания. Все это, конечно, доставляет неудобства гражданам. Обращаются по этому поводу к администрации пассажирской компании, что хотелось бы комфорта и удобства, в общем-то, за те деньги, которые они платят за проезд в электричке или там за нахождение на вокзале. Ну, к сожалению, действительно, там проводятся ремонтные работы. Железнодорожная организация старается все-таки это ускорить, этот процесс, потому что, безусловно, это все контролируется и предоставить максимальный комфорт пассажирам. Ну, когда примерно планируется? Ну, со слов работников железнодорожного транспорта, к концу лета должно уже быть все как бы отремонтировано и в полном объеме запустить функции вокзала в том виде, в каком они должны быть. Получается, что акция «Час пассажира» позволяет решить некоторые вопросы граждан прямо на месте. Если же у кого-то появляется желание более детально рассмотреть проблему, тогда в ходе этого мероприятия рязанцы оставляют свои заявления, предложения, и дальше они рассматриваются в соответствии с порядком закона. В любом случае, для тех, кто не сумел посетить эту акцию, двери железнодорожного вокзала, транспортной прокуратуры и полиции Рязани всегда открыты для всех граждан города.